Скала-2 – автоматическая насосная установка водоснабжения, процесс монтажа которой, а также подготовка к работе, сведены к минимуму. На данном видео представлены три основных этапа успешного монтажа – подготовка, установка и настройка. Перед началом монтажа Скала-2 необходимо удостовериться, что место установки соответствует техническим требованиям. Скала-2 пригоден для монтажа как в помещениях, так и на открытом воздухе, однако температура окружающей среды не должна превышать 55 градусов по Цельсию. Если температура падает ниже 0 градусов, насосная установка должна быть обеспечена защитой от низких температур – мороза. Скала-2 отличается надежной конструкцией и компактными габаритами, что позволяет монтировать установку в ограниченном пространстве, например, в кухонных шкафах. Однако мы рекомендуем всегда оставлять достаточно места для обслуживания. Необходимо обеспечить свободный доступ к сетевой розетке с требуемым напряжением питания, а также следить за обеспечением гидроизоляции, наличием поддона для стока конденсата для избежания потенциального контакта токопроводящих частей с водой. После проверки мест монтажа и условий эксплуатации можно приступать к установке. Начните с фиксации насоса на полу в отмеченном месте. Подсоедините гибкие водопроводные шланги и затяните вручную. Скала-2 – самовсасывающая насосная установка, что означает отсутствие необходимости заполнения всего всасывающего трубопровода. Достаточно заполнить гидравлическую часть установки 1,7 литрами воды, используя удобное дополнительное заливочное отверстие. Если насос должен подавать воду с глубины ниже 6 метров, требуется добавить еще 1,7 литра воды. После заливки подключайте Скала-2 к сетевой розетке. Насосная установка запустится автоматически, по умолчанию поддерживая давление на выходе на уровне 3 бара. Примечание. Перед тем, как перейти к настройке, обратите внимание на показатели уровня шума. Скала-2 – одна из самых бесшумных автоматических насосных установок водоснабжения в своем классе. Однако физически невозможно исключить производимую двигателем вибрацию, которая может передаваться на пол, стены и трубы, создавая шум в случае некорректной установки насоса. Чтобы избежать этого, мы рекомендуем смонтировать насосную установку на платформе с виброопорами, а также зафиксировать все жесткие трубопроводы, затем подсоединить насос к жесткому трубопроводу гибкими шлангами. Настройка Скала-2 быстрая и легкая. Достаточно использовать панель управления для настройки требуемого уровня давления в системе. Затем осуществить проверку напора воды в самой удаленной точке водоразбора, предпочтительно в душе, так как именно там пользователь чаще всего испытывает проблемы с недостаточным напором воды. Если в этой точке водоразбора давление соответствует норме, можно быть уверенным, что напор воды достаточный во всех кранах. Легкий процесс настройки возможен благодаря применению интеллектуальной системы управления насосом, которая позволяет Скала-2 обнаружить любое изменение давления воды и отрегулировать работу для мгновенной компенсации таких изменений. На этом завершается наш обзор трехэтапного процесса монтажа насосной установки Скала-2. Мы надеемся, что предоставленная информация была полезной и поможет осуществить монтаж быстро и надежно, обеспечив максимальный комфорт пользователям.